на FM. Ну, у нас все просто. Это «Страна FM», телерадиоканал. Валерия Майорова, Кирилл Исаков в студии. И, как и обещали, группа «Фрэнды», мегапопулярная группа. Здрасте. Это точно. Из двух очень симпатичных парней посетил нас сегодня. У нас есть теперь «Фрэнды». «Фрэнды» есть? Да, у меня есть друзья теперь. А когда вы успели зафрэндиться? Мы еще не друзья, подожди, рано еще радоваться. Приятели-то. Группа «Приятели» у нас, друзья. Я взял у тебя деньги, ничего не значит. А, да, то есть. Сегодня весь день все берут у тебя деньги, да? Да, все у меня сегодня берут деньги. Я тоже занимала, честно сказать. Списку писала только ты. Но отдают друзья, но я пока не планирую. Итак, ребята, давайте вот эти шуточки в сторону. Серьезно, у нас мероприятие сегодня, серьезная беседа. Расскажите, пожалуйста, вот. Поэтому в iPad у тебя картинки обезьянок, я сейчас видел. Очень серьезно. Нет, это фотография. На самом деле у нас в корпоративном чате. Это мое селфи. У нас тема сегодня такая, ребят. Про подарки. Были ли у вас случаи, когда вам вручали подарки, а они вам не нравились? Да. Спасибо. Серьезно, были случаи такие? Нет, для меня, любой подарок это уже хорошо, если не придется его вернуть. Вообще любой подарок прекрасен. Даже внимание, приятное слово, это уже подарок для меня. Как легко с тобой. Да, очень легко. Поэтому, если мне скажут что-то приятное, я буду только рад. Я до сих пор помню из детства случай. Давай. Когда я у родителей просил одно лего, они мне купили другое. Ах ты буржуй, у тебя было лего в детстве? У тебя было детство? Да. Я был очень расстроен. Ну, ничего. А бывает такое, что вам возвращали подарки, говорили, миленький, я вообще не вот это вот просила. Нет, у меня такого не было. Я, на самом деле, редко дарю подарки и очень к этому... Да, чаще всего... Очень к этому подхожу осознанно, я долго выбираю. Вот если это какие-то духи, я очень люблю всякие ароматы, я очень долго хожу, вот Рома свидетель. Недавно родители мы выбирали, сколько, наверное, полдня, да, до концерта? Долго. И вообще у нас есть такая традиция, мы когда куда-то улетаем, то заходим в дьюти-фри в аэропорту. Это все так делают, особенно в Египет, когда и улетаем еще до вылета, поэтому... И покупайте парфюм. Нет, мы просто брызгаем себе бесплатно. Мы просто брызгаемся, да, смотрим самые дорогие и брызгаем. А я тоже так делаю. Ты тоже так? Конечно, это вообще, это же халява. Да. Итак, тема нашего эфира — халява, друзья. Ура, слушайте, моя любимая тема фактически. Ребята, а вот был такой, что, ну, поклонницы, у вас же много поклонниц, и все девчонки визжат на ваших концертах, что поклонницы дарили вам необычные подарки, может быть, сделанные своими руками, свитер связали. Вот вы знаете, вот недавно нам подарили, ну, достаточно обычный подарок на Новый год в преддверии, это Дед Мороз в маленьких, и эти девочки, девушки написали мне, что, ребята, на самом деле мы хотели, когда вы будете выступать, кинуть в вас бельем, лифчиками конкретно. Да. Абсолютно ладно? Реальная история, я тебе забыл рассказать. А им есть 18 уже? Им чтобы... уже за 18. А, почему я не увидел? Но если быть точным, по 53. Да. Это самый младший, 53. Ну, я говорю, а что же вас, что остановило вас? Они говорят, ну, я не знаю, вот как-то мы постеснялись. Я сказал, что в следующий раз вы не стеснялись обязательно. Прям вот брали и как в Битлз кидали в нас. Мы постеснялись, мы просто с внуками пришли. Как-то не хорошо, когда бабушка так себя ведет. Мне не нравится такая дискриминация. Потому что Максу постоянно то что-то пишут, то кидают что-то. Не, у тебя тоже кидают периодически. Но не то. Но еду преимущественно. Друзья, давайте сейчас прервемся на небольшую паузу. После этого вернемся и продолжим беседу с группой «Фрэнды». Да. Даже не думай что-то отменять, у нас все остается в силе. Мы эту ночь сегодня будем разукрашивать, а мы на силе. Даже не думай что-то отменять, у нас все остается в силе. Татухи набили, губы налепили, ногти напилили, негатив удалили, позитив на силе и до-до на силе. On the dance floor. Это время истекло, let go. Со мной все в порядке, мама. Просто стала я сама себе рекламой. Мой лайфстайл, мама, все заценили. Мама, мама, я у тебя на стиле, yeah. А мы на стиле. А мы на стиле. А мы на стиле.
мы на стиле минимально загрустили, отпустили грусть, себя развеселили сами. Канал «Страна FM», Валерий Майоров, Кирилл Исаков и группа «Френды» продолжают будить вас этим утром. Come on, everybody. А, разошлись-то, глянь как. Волшебный кофе у вас тут подают. Да, у нас тут, знаете, вне эфира были такие разборки, кого больше любят фанатки. Как распределяются-то все-таки роли? Кому больше достается женского внимания? Ну, первое, это, конечно, Стас Михайлова. Может, мы не будем обсуждать это? Это больная тема, да? Потом Роман идет, ну а там уж что остается? Вы знаете, все, к Роману опять уходит. Не-не-не, вот скорее, что остается, это ко мне. Нет, тогда ко мне, я ко мне. Ну, ладно, не прибедняйтесь, сейчас вам... Да. Прости. Нет, то есть у вас первый... есть распределение, да, в группе? Есть, да нет, конечно. Нет все, такого? Все, мы позволяем девушкам выбрать самим. И вот кто нравится. Кого больше выбирают? Воробьева. Логично. Кстати, расскажите о своей встрече с Алексеем Воробьевым. Как вообще создавался проект «Френды»? Ну, он был создан до нас, на самом деле. Лешка в нем сам принимал участие. Уже года три, с 2013 года, кажется. Вначале были «Гоп-френды», в котором был Алексей, Сергей Романович и вот еще девушка, я... Не знаком с ней лично. Угу. Потом поменялся состав, Леша стал продюсером. И вот мы уже, вот, получается... Золотой состав, понимаете, вот цвет сошелся. Третий или четвертый где-то. На провинциалах. На провинциалах. Откуда вы? Из Саратова. Я из Нововоронежа. А ты откуда знаешь, что из Саратова? Да я погуглила. А, тоже из Саратова, что ли? Я из Самары. А, ну почти. А ты думаешь, что только житель Саратова может гуглить что-то про Саратов? Я бы не удивился, если бы она сказала, что он из Саратова. Ты знаешь, везде встречаю людей из Саратова. Вот везде, где мы... Даже в Америке, когда мы снимали клип, пошли на презентацию одной певицы американской. И выяснилось, что она из Саратова, с моего музучилища. А я даже в Москве никого не встретил из Нововоронежа. Да, почти. Да, люди, подтягивайтесь. Человеку одиноко. Так, давай, где находится Нововоронеж? Где находится? Где-то в 40 километрах от Воронежа. Где-то рядом, логично. Под Воронежем, да. Нововоронеж находится... Это достаточно маленький город, кстати. Сколько? Ты и еще 3 человека. И родители. Там 30 тысяч всего, то есть он даже считается как поселок городского типа. ПГТ Нововоронеж. Типа того, да. Да, вот... Пацан к успеху пришел. Да, министр культуры Нововоронежа сейчас сидит. Это мэр, фактически. Мэр, министр в одном лице. Слушайте, ну вы так умолчали историю с Алексеем Воробьевым-то. Как вы познакомились, как он вас разглядел, вот этот будущий золотой состав? То есть, как я понимаю, Нововоронеж... Мне же нравится, как это называют. Да. Будущий золотой состав. С моей подачи, видишь. Ну, на самом деле, был кастинг большой, всероссийский, всемировой, всевселенский. И вот так получилось, что... Обошли Дарт Вейдера. Вы обошли Дарт Вейдера, Джамироквая и еще
четверых. Да, еще четверых, да. Ну, можно я быстренько расскажу? Да, расскажи, Ромыч, давай. Вот, на самом деле, это смешно, потому что сначала я прислал заявку, когда Леша объявил кастинг, и ее никто мне не ответил, ее проигнорировали. А потом, когда уже получилось так, что... Ты стал мэром Нововоронежа, появился административный ресурс. Ну, почти. В общем, я просто учусь у педагога, у которого Леша учился, он ему позвонил, говорит: Александр Сергеевич, вот я хочу себе парня в группу, в свой продюсерский проект, покажите мне своих поющих парней. В общем, он пришел, посмотрел всех пацанов, как они поют, и в итоге перезвонил мне. Вот. Посмотрел всех, а послушал только Романа, понимаете, и Роман победил. И как хорошо, что ты берешь трубку, когда тебе звонят с незнакомых номеров. Слушай, смотри, Страна FM. И мы продолжаем наш эфир с группой «Френды» зажигать. Да, коллектив. Да, Валерий Майоров, Кирилл Исаков. «Френды», Макс и Роман у нас в гостях. Ребята, нам подсказывают, что есть сюрприз для вас. Вот нам дозвонились из Нововоронежа. Из Нововоронежа? Да. Может быть, мэр все-таки дозвонился или министр? Да, я наговорил на него, а он сейчас прозвонил. Ребят, будем друг с другом говорить или послушаем человека, который из роуминга звонит. Давайте. Алло, доброе утро. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Владимир, из города Нововоронежа. Владимир, рады вас приветствовать. Здравствуйте, земляк. Вы мэр Нововоронежа? Нет, я министр финансов. Неплохо. Ух ты! Хотите, серьезно? Хотите проспонсировать тур группы «Френды»? На корпоратив, да. Ну, я не знаю, в Нововоронеж можно на корпоративную вечериночку? Конечно, можно. Конечно. Нина, идем. Слушайте, а с нами-то поделитесь каким-то? Мы же вот вас прорекламировали сейчас, вот при нашем задействии. Нет, ну вы же вести будете вечеринку. Отлично, мне нравится. Корпоратив чего будем отмечать с группой «Френды»? Ну, не знаю, как бы личный такой можем корпоративчик сделать. Я на личный не поеду. А у вас большая квартира, двушечка какая-нибудь? Зачем мы найдем место проведения? У нас же интересно. Сауну? Маленький город. Ну, да, даже двушка в центре не особо дорого стоит. Как корпоратив группы «Френды». А есть у вас, может быть, вопрос какой-то конкретный? Ну да, много самых радиослушателей находят, там вам звонят с города Воронежа, с Воронежской области. Да нет, конечно. Нет, ребятам-то вообще нет, они первый раз у нас в эфире. Я вообще в шоке, что кто-то из моего города звонит сейчас вообще. Скажи, пожалуйста. Вы кто-то с города Воронежа. Привет вам сюда передаю, всем воронежским ребятам. Ты понял, что это случайный? Спасибо большое. Случайный? Да. Так вот я из Нововоронежа, здрасте. Все, он же бросил, уже не хочет. Спасибо вам большое, что позвонили. Видите, нас... Здорово. Видите и слышите, за нами следят вообще по всей России. Да, я потерял дар речи. Это сейчас я потерял дар речи. Все, у нас сейчас звонки начинаются. Это случайно. Я думал, он узнал тебя. Я тоже так думал. Ребят, а вот когда в самом начале, в первом выходе, мы стали говорить, вот такой у нас был каламбур, а «Френды», «друзья», «приятели», для вас «Френды» и «друзья» — это одинаковые, равнозначные слова? Думаю, да. Для меня, думаю, да. Нет, я тоже так думаю. Мне кажется, «Френды» — это просто с чем-то плюс какой-то дополнительный этот. А вы друг с другом «Френды» вообще? Или типа «работать надо опять с тобой». Ну пошли попоем. Есть такое? Я могу только за себя сказать. Да. А лучше за Романа скажу. Уж говори за двоих. Нет, ну с моей стороны, безусловно, да. А с твоей? Да, конечно. А еще бы ты другой сказал. Да нет, ребята, нет. Ребят, ну вообще вот в любом коллективе, да, когда время много проводят друг с другом люди, начинаются какие-то конфликты, терочки. Как решаете все это? Жалуетесь продюсеру, а он говорит, вот будет нет, так. Нет. Ну что вы. Ну, знаете, даже если есть какие-то недопонимания, они минимальные. Абсолютно минимальные. Достаточно. Достаточно удара ножом достаточно. Что вот такое? Потому что мы практически каждый день видим друг друга и чаще всех остальных. Кстати, про удар ножом. Друзья, кто нас смотрит, те поймут, кто нас слушает. Просто Роман у нас сидит в разрезанной рубашке, порванной. Вы понимаете, у кого нож теперь. У Макса есть нож. Поэтому мои вопросы Максу будут максимально тактичные. Абсолютно. Давайте прервемся. Нет, просто Максим говорит и параллельно играет ножом бабочкой. Я параллельно вожу ножом по ноге. Ну ладненько, давайте сейчас прервемся, чтобы потом вернуться, заточим нож Макса и потом продолжим беседу. Что хочу, это Adidas Nike. Туз Night, моя туса All White, моя туса Good Night. Полу поменял на спред. Я лечу на ногах, Adidas Nike. Время летит, пока пью спрайт. Вечно молодой меломан. Музыка внутри, каждый день.
день пьян. Что хочу, выбираю сам. Теперь кожаные ребята тоже верят чудеса. От носков трусам, это снова опоздал. От посол басам, это стиль гроза. Посмотри, на танцполе загудела суета. Adidas Nike летит, микрофон не шипит. Подкатал брюки на стрит, мой бит, мой стиль не экстрим. Меня папа не простит. Черное кино или фильм, или бит. Санаран на хилфигере, вон и чигере. I'll give it to me, baby, до сих пор в моем плеере. Эй, ты, ну-ка зацени движение. Войти в положение, твое решение. Друзья побежали, дороги задрожали. А вы кричали, когда тусу раскачали. Я не буду спать ночами, спать уже ручами. Вы уже скучаете за Нигер в тумане. На Венере, на Юпитере. Меня не видели, я запустил ракету, чтобы они меня заметили. Видите, зрители, новую породу. Это стиль оружия, очень убедительный. Моя туса good night, полу поменял на спрайт. Я лечу в Adidas Nike, мой майк. Что хочу, это Adidas Nike, плюс пять. Моя туса all white, моя туса good night, полу поменял на спрайт. Я лечу на ногах, Adidas Nike. Время летит, пока пью спрайт. Вечно молодой меломан. Музыка внутри, каждый день пьян. Что хочу, выбираю сам. Теперь кушаные ребята тоже верят чудеса. От носков трусам, это снова опоздал. От посол басам, это стиль гроза. Посмотри, на танцполе загудела суета. Will be friends. Помните, такая песенка да, была? Friends, will нет, be friends. Я не помню. Это Queen, по-моему. Не, да. По-моему, точно. Точно? По-моему, да. Точно Queen. По-моему, ох, точно этот Queen. Великий, могучий русский язык. Группа Friends у нас, друзья. Валерия Майорова, Кирилл Усаков по-прежнему в студии. Ром Макс. Это группа Friends. Золотой состав группы Friends. Не забывайте. С бриллиантовой саратовской вишенкой наверху. Спасибо, спасибо. Блин, ну. Ребят, вот в каком-то своем интервью Алексей Воробьев сказал, что Friends — это мой любимый детский сад. Вы скажите, вы сейчас уже взрослеете, вступаете... Да я старше Лехи, какой детский сад. Вот так вот. Нет, нет, на самом деле нет. Это он про другой, наверное, состав сказал. Ну, то есть вы все-таки подростки. Когда он это говорил, это нужно тоже понять. С нами раньше была Анастасия. Она сейчас ушла в творческий отпуск. Анастасии на нынешний момент 16 лет. А на тот момент 14 было. 14, предположим. То есть вам по 13? Да, да, конечно, конечно. Просто, просто... какая же мы детская группа. Алкоголь и сигареты делают свое дело. Нет, на самом деле Анастасия была самой младшей в нашем составе, и поэтому, наверное, судя по ней, до, хотя были времена, когда рядом с Анастасией был Павел, которому было... Который еще не родился, просто беременная женщина. Да, тогда 16 было. Но уже верили в потенциал этого младенца. Да, давайте вот во что. Поиграем с вами. Мы же знаем, что френды... Извините за мой английский, это друзья. Да. Это слишком далеко, посмотрим. Слово «друзья» есть во многих языках. Давайте сейчас определим, насколько вы хорошо знаете иностранные языки. Я говорю вам слово «друзья» на каком-то иностранном языке, вам нужно определить, на каком это. Ну, давайте начнем с простенького. «Сибры». Белорусский. Есть. Капец. Капец. Капец, это на полиглот. Приятели. Украинский? Может быть, сербский? Ну, да. И болгарский в том числе. Бараток. Ага. Браток. Так, это же из 90-х. Это как похоже из фильма. Барат, да. Бараток. Только маленький. Бараток. Да, Бараток. Сын Барата, да. Бараток. Ну, это венгерский на самом деле. Так. Амигос. Ну, это мексиканский какой-нибудь. Испанский. Вот, молодец. Амичи. 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 Итальянский. Молодец. Я же даже жестами. Амичи из Омска. А вот мне нравится вот это слово. Пшатали. Да, польский или чешский? Чешский, молодцы. Фига. Ну и последний. Аркадашлар. Аркадашлар? Аркадашлар. Норвежский, может быть, какой-нибудь. Да. Турецкий? No inclusive. Конечно. Аркадашлар. А я просто из Турции так приехала. В общем, друзья, если вы соберете... Когда я говорю, в общем, друзья, друзья. Вот так можно говорить. Мы почти все отгадали. Да, вы почти все отгадали. Можете уже мировой тур. Да, уже есть. Будете выходить, да. Афиша есть, пару фоток и все. Но только за название Сибры придется побороться с одними очень морщинистыми мужиками. Страна FM. Все к лучшему.
За нами едут многочисленные толпы поклонниц группы Френды. А вот ты смеешься, на самом деле, вот придет, по крайней мере, одна, я точно знаю даже, кто придет. Ну, может быть. Куда, сюда придет, к нам? Вот сюда тут придет. Мы не уверены, конечно. Прям ворвется в дверь фактически. И это поклонница Ромы. Да? Она преследует его в последнее время. Зверя причем. Где Рома-зверь? Где Рома-зверь? Скажи мне, мальчик. Или Рома-желудь. Ребят, у нас есть рубрика такая, она называется «Блиц». Мы быстро задаем вопросы, вы быстро, не думая, на них отвечаете. Давайте договоримся по очереди, чтобы не было каши. Начнем с тебя, Макс. Итак, от какой ноты ты бы избавился? До мисольки. Как убежать от быстрой собаки? Быстрее бегать. На прокат велик или целый день смотреть телек? Женщину. Постельный клоп или ржавый робокоп? Ржавый рыбакоп. Заплатить налоги или податься в йоге? Спать спокойно. Тетка или каштанка? Что? Понятно. Нам намочить манту или сесть в тюрьму? Сесть в тюрьму. Вести бьюти-блог или лишиться уха, как Ван Гог? Лишиться уха, конечно. Ночь на Фиджи или сын по имени Луиджи? В Саратов к мамке сгонял. Ну и напоследок, чем закончишь блиц? Давай, мелизму, как обычно любишь. Классика, это классика. Ах, шикарно. Да? Да, мне понравилось. У меня нет слуха, мне сложно. Ну, наверное, да. Ну и ну тебя. Да. Вот Рома, кстати, сейчас подал голос. Ром, ты ведь 7 лет занимаешься и вокалом, и музыкой, на чем ты играешь, пишешь песни. Пишу песни, да, играю на фортепиано. Я музыкальную школу закончил. Подожди секунду, а ребята музыканты, что ли? Да. А я думал, актеры. Так. Очень часто нас путают с танцорами Алексея Воробьева или Егора Крида на крайняк, да. На крайняк. Там все крайняк, скажу честно. Нет, ну. Подожди, давай поговорим об этом. Мало. Скажи, а вот твои песни планируются звучать в составе группы Френды? Или там только Алексей Воробьев рулит песнями? То есть наше творчество, то есть планируется ли? Мы сейчас с Максом на самом деле пишем вот песни. Сидели в тачке, реально придумывали куплет сейчас. Да, родилось вот что-нибудь? Да, чуть-чуть. А может быть, какую-то предпремьерку устроим сейчас коротенько? Подождите, мы еще не утвердили. Подождите, Макс. Звучит, конечно, хитово, но... Слишком хитово, подождите. Нужно все-таки с продюсером согласовать. Россия не готова еще для этой песни. Через годика 2-3, да? Ну, через 15 хотя бы. Вернемся к этому вопросу. То есть, получается, пишете это сами, но пока продюсер там все запятые не расставит, скажет вот это вот вычеркиваем. Нет, но он настолько опытный. Он работает с людьми, которые в Америке, у Леши продюсер, например, американский. Он работает с Элтоном Джоном, с Леди Гагой. Редван, который Леди Гагу создал, это его американский продюсер. Никогда с ним не спорите. За честь, то есть, чтобы Лешка отредактировал, это было бы идеально просто. У нас нет такого опыта, как у него. Поэтому глупо было бы игнорировать. Если мы хотим острых ощущений, то можно поспорить, да. То можно включить в ротацию просто, не спрашивая. Вот острые ощущения. Макс, ты о себе расскажи, как ты столицу покорял? Ну, я работал строителем долгое время. Да ладно! Профессионально кладу плитку. Подожди, мы сейчас не про Кишинев говорим, как ты его покорял, а? Да-да-да. Я и не покорил, поэтому решил, думаю, Москву попроще-то с такими навыками. Забросил плитку. Ну, у меня два образования. По одному из них я закончил Российскую академию государственной службы при президенте. И второй, я преподаватель стран джазового вокала. Ух ты! То есть ты поющий чиновник? Ну да, да. Как нам не хватает таких в стране? А то все танцуют, да танцуют, да? Друзья, давайте вновь прервемся. Сейчас будет песенка, после этого возвращаемся в студию и продолжаем общение с группой Френды. Шагов в обратную сторону взялся, откуда ты?
найти бы 100 причин, чтобы вновь оглянуться. Ну и вот тут нам сейчас ребята рассказали, что за них очень много людей придет побороться, если что. Что там за история с личными беседами, с френдами твоими? Это у Ромки история. У меня есть прикольная штука. Вот я буквально недавно, мне пришла идея, вот почему бы людям, которые не хотят, хотели бы со мной пообщаться, вот, не предоставить такую возможность. Потому что в друзья, как бы я не добавляю, мне несколько раз приходили угрозы, я решил закрыть личные сообщения. Это Макс тебе писал. Не добавляю в друзья. Ну или бывший участник. Но угрозы не прекратились, как вы поняли, да? Я решил создать несколько бесед. В одной беседе можно не более 49 человек, чтобы участвовал. И их там уже 4 беседы, только буквально за несколько часов появилось вчера вечером. И вот сейчас только с утра еще набирается. Интересно, сколько секторов мы еще освоим? Вот так. Что... Вот так. И уже там более 200 человек желающих. Да. Слушай, да. Ну круто. Ты сейчас соберешь людей в эти сектора, а потом будешь поднимать сектора сельского хозяйства. Уже, да, буду... Да, кто о чем, да. Ребят, мы приближаемся к тому моменту, когда в нашем эфире зазвучит и визуально проявится ваша новинка. Это группа «Френды» и Саша Спилберг «Всегда будут с тобой». О, да. Расскажите-ка про эту песню. В чем ее главная идея? Да идея в том, что всегда это просто крутая песня, которую, на удивление, люди даже, как казалось бы, которые ее не слышали, на концертах подпевают, понимая, что вот, оказывается, это вот эта самая песня. Абсолютно серьезно. Любые люди, начиная от маленьких детишек, заканчивая взрослыми мужиками, в кондиции, предположим, уже знают эту песню. Хотя изначально, казалось бы, откуда они могли бы ее знать. Но она звучала в сериале «Девчонки», как саундтрек. Я думал, они сердцем чуют. И сердцем, конечно. Когда она звучала в сериале «Девчонки», она по радио не крутилась. И мы решили все-таки добить, и чтобы вся страна... После того, как страна мы проехали... Страна FM. А сами смотрите сериал «Девчонки», кстати? А мы в нем снимались даже. А это другое. Изнутри. Вот мы изнутри даже мы, например, работаем на «Страна FM», а слушаем ли мы? Это тоже вопрос. Я да. Ну, конечно, да. После этого он продолжает работать, а ты под вопросом. Да, я пойду, да. Я стремлюсь семимильными шагами к 13-й зарплате просто подобными высказываниями. Так, не останавливаемся на достигнутом. Как пришла и кому пришла идея посотрудничать с Сашей Спилберг? На самом деле Ромка ее нашел. Да, я просто не познакомился в ВКонтакте где-то 3 года назад, тогда сообщался, и после того, как она стала популярна, а я нет, я следил за ее творчеством очень долго, и она на самом деле очень клево поет, и я показал Максу, говорю, блин, смотри, это круто. И фамилия у нее правильная. И фамилия, да, круто. И она еще и снять может, клипешник. И правда, на самом деле... Максу тоже очень понравилось, и мы Лешу показали. Когда Сашка поет, вопросов вообще не возникло просто никаких. Это была лучшая кандидатура, вот что подумали, возможно. Почему бы не организовать? Ну, то есть отмели Адель, да, Мадану. Адель ждет до сих пор, мы не звоним, просто дорого. Роуминг, потому что Лондон, конечно, ждет до сих пор. Ну, в общем, Адель, крепись. Ребята, может быть, когда-нибудь все-таки предложат тебе сотрудничество, как себя вести будешь. Ну, а сейчас у нас настает время вот этого кульминационного момента нашей с вами беседы. Это, конечно же, презентация клипа. Итак, друзья, «Френды» и Саша Спилберг. «Всегда буду с тобой». В твоем подъезде я пишу тебе письмо. Начинаю на 10-м, а закончу на 8-м. Ты обычная девчонка, я
не принц и не герой, но я обещаю только, что всегда буду с тобой. Я улыбка беззаботная с ямочками, а я путаюсь в мыслях беспорядочно. Подбираю слова к тому, что объяснить нельзя, но улыбается глупая ситуация. Откуда ты свалилась мне на голову? Она была походу явно не готова. Не пойму, смеется над шутками или надо мной. Последний анекдот и спрошу номер твой. На замерзших окнах я рисую твой портрет. Засыпая без тебя, я на ночь оставляю свет. Я ранушами в дневнике прячу мысли о тебе. Ты еще не знаешь, что Москва слезам не верит. Но если ты заплачешь, я буду рядом, поверь мне. На стене в твоем подъезде я пишу тебе письмо. Начинаю на 10-м, а закончу на 8-м. Ты обычная девчонка, я не принц и не герой. Но я обещаю только, что всегда буду с тобой. Жди меня, приходят те, кого искали. Любит читать Бродского в метро. В плеере Риана, а в душе нее. И по ночному городу часами гуляли. Сутками на телефоне ни о чем отдали. Я просил ее остаться со мной. Она сказала, я всегда буду с тобой. На замерзших окнах я рисую твой портрет. Засыпаю без тебя, я на ночь оставляю свет. Карандашами в дневнике прячу мысли о тебе. Ты еще не знаешь, что Москва слезам не верит. Но если ты заплатишь, я буду рядом, поверь мне. На стене в твоем подъезде я пишу тебе письмо. Начинаю на 10-м, а закончу на 8-м. Ты обычная девчонка, я не принц и не герой. Но я обещаю, что всегда буду с тобой. Я всегда буду с тобой. Я всегда буду с тобой. На стене в твоем подъезде я пишу тебе письмо. Начинаю на 10-м, а закончу на 8-м. Я обычная девчонка, ты не принц и не герой. Но я обещаю точно, что всегда буду с тобой. Это было потрясающе. Группа Френды здесь за кадром нам пела живыми голосами. Вау! Мы всегда поем вживую. Телерадиоканал «Страна ФМ» — это единственный телерадиоканал. Это как бы законченное предложение, но еще на котором премьера клипов прошла в 3D-формате. И по радио, и по телевизору, и живьем прямо у нас в студии. Группа Френды у нас в гостях. Валерия Майорова, Кирилл Исаков и... Максим, хочу задать тебе вопрос. Ведь там была такая сцена. Ты в душе, говорят, даже как-то очень долго все это снималось. Ты стеснялся. Почему так порезали? Я стеснялся? Да, да, давай, признавать. Конечно, а как ты вы не поняли, скажешь, что я стеснялся? Скажите, это ты мне в интервью сказал в одном из, который я читала. Я не то что стеснялся, мне было немножко некомфортно, потому что там был еще человек 6, наверное, в этой маленькой комнатке. А то есть это была вообще душевая какая-то. Мне было единственное холодно. Да, там рядом мылись еще люди. Скажи, почему ты еще стеснялся? Единственное, вот в этом было некомфортно, что было холодно, вроде душ горячий, здесь холодно, здесь мужики какие-то смотрят. Здесь женщина красивая. Еще я пялю в экран и завидую. Да, и тут почему как бы, не я в душе? Тут как бы прижигает, потому что Роман смотрит и завидует. Но на самом деле, нет, не стеснялся ни в коем случае. У меня было это очень неожиданно, я даже не успел постесняться. Я пришел утром, мне сказали: так, Макс, это твоя женщина, сегодня ты в душе снимаешься. И окей, все.
и начали работать. Достаточно. Знаешь, я как будто родился для этого. Да, достаточно стандартное предложение для Макса. Да. Опять третий раз за день. Ну, окей. Да, да. Ребят, спасибо вам огромное, что вы пришли. Давайте. Вы нас выгоняете да. уже, нет, что ли? Нет, ну как, ну да, да. Мы сначала вам даем подарки. А вынести нужно что-то, я так понимаю. Нет, ребята, нам нужно два крепких мальчика, там нужно диван перенести. Но вообще, это подарки от телерадиоканала «Страна FM». Зачем мне два? Ну ладно, в принципе. Не забывай про своего друга. Роман, здесь футболка, кепка, кружка от «Страна FM». Носите на здоровье. Спасибо вам большое, что пришли в гости. Друзья, мы напоминаем, что вот час с нами здесь... Так, подожди, хватит там уже... Просто кружку давно хотел купить. Рома как енот уже там в пакете копошится. Друзья, у нас... Пацаны, вы классные. Пацаны, вообще, ребята. Итак, целый час с нами была группа «Френды». Спасибо еще раз. Ну, а с вами 4 часа были Валерия Майорова, Кирилл Исаков. Настало время прощаться. Пока-пока. И хороших всем выходных. Счастливо! Пока!